Если не все, то многие помнят, как получали паспорт, когда в торжественной обстановке вручается главный документ. И этот волнительный момент – подпись. Говорят, по ней можно сказать многое о человеке, потому многие порой часами напролет исписывают листы бумаги, тренируются, запоминая каждый штрих. А вот Андрей свою подпись придумал еще в начальной школе. Просто придумал. Как-то в голове сама родилась несколько лет назад. 8 ребят поставили личные подписи в своем первом и, безусловно, главном документе. Вручение паспортов прошло в многофункциональном центре «Мои документы». Для друзей, родных ребят, а также для гостей церемонии этот момент стал не менее волнительным, чем для самих школьников. Паспорт – это самый главный документ гражданина Российской Федерации. В паспорте будут отражены все вехи вашей жизни. Получить паспорт значит стать взрослым, и каждый из этих ребят понимает, теперь ответственность должна быть девизом по жизни. Анна Бальет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».